Иннокентий Регентов, шеф-повар ресторан Department 57. Иннокентий, почему вы решили принять участие в Мегустро? Потому что это круто, правда. Правда, когда есть в Санкт-Петербурге, у тебя возможность поработать с мировыми шефами, с обладателями звезд Мишлен, и перенять у них, как мне кажется, грандиозный опыт. И, возможно, поделиться своим. Не могу сказать, насколько мы крутые, думаю, что да. Как вы готовились к своему выступлению вместе с Диего или отдельно? Мы готовились отдельно у себя в ресторане вместе с командой. Очень много потратили продуктов. Проб было просто колоссальное количество, чтобы вывести тот идеальный вкус и баланс, который мы сегодня вам сделали. Ну, было что-нибудь, что тебя смущало? Было что-нибудь, честно, что абсолютно тебя... Сегодня нет. Сегодня все очень хорошо. Я первый раз работаю с Антоном Обрезовым, и он, конечно, колоссально все ведет. Супер, правда, идеально. Поэтому... А публика? Хотелось бы больше диалога, честно. Хочется, если все-таки... Ну, если я сидел бы как зритель, я бы, наверное, замучил бы Диего, замучил бы сам себя бы вопросами, какими-то моментами интересными. Потому что, да, мы рассказываем, как мы это готовим, но этого мало. Хорошая идея сделать интерактивный паблик-ток во время работы на кухне. Да, правда, отличная, да. Идея. Хочется диалога прям... нон-стоп. Продолжи фразу. Мегустро – это. Мегустро – это вкусно. До встречи, Мегустро 2020. Я уже за. Я уже готов. Не вопрос.